Молодые деревья, которые были высажены год назад у перекрестка улиц Волгоградской и Октябрьской революции из-за сухой солнечной погоды, требовали тщательного полива. Как долго ждать дождя, нам неизвестно, а потому городская молодежь, школьники и студенты совместно с рабочими предприятия «Коммунальник» решили провести эко-акцию «Полей дерево» для того, чтобы спасти от жажды молодые насаждения. Кроме того, работу поливальных машин Брестского ЖКХ никто не отменял. Они работают на полной мощности, но из-за своих габаритов не везде могут проехать. У нас проходит экологическая акция «Полей свое дерево» с участием «Коммунальника» Брестского и Белорусского республиканского союза молодежи. Огромное спасибо, хочу сказать, от лица всего нашего предприятия, что откликнулась молодежь в первую очередь. Военные откликнулись сегодня, вот у нас проходила тоже самая утро акция. Поливают деревья, мы предоставили технику, поливомоечную машину, инвентарь. Молодежь помогает нам, поливает наши зеленые насаждения, которые в этом году, в прошлом году мы высадили в рамках озеленения наших городских территорий. Это очень важное мероприятие, очень важная акция. И важно как для города, так и, наверное, для молодежи в целом, потому что мы начинаем условно прививать к молодежи вот это вот чувство сохранения прекрасного, природы, чтобы не засоряли окружающий мир. И, конечно же, хотелось призвать, наверное, каждого неравнодушного, каждого желающего, кто хочет поучаствовать в этой акции. Мы будем только рады, можем не делать не конкретную какую-то акцию, может просто выйти, полить дерево и условно сделать хорошее, доброе дело. Креативные и инициативные, умеющие не только весело отдыхать, но и хорошо работать. Юноши и девушки подошли к поливу деревьев со всей ответственностью. Весело и дружно они помогали друг другу, но в первую очередь они помогали городу сохранить молодые ели, сосны, ивы, клены, каштаны и другие деревья. Эта акция для меня очень много значит, потому что Брест является одним из зеленых городов Беларуси. И в связи с тем, что у нас сейчас очень солнечная погода и не хватает осадков, мы решили, так скажем, полить деревья. И я вот так своим примером хочу показать, что молодежь в свободное время может не просто сидеть дома, а выйти, к примеру, полить деревья, где-то помочь, убрать территорию. С начала года в Бресте высажено 14 тысяч деревьев, и это не предел. Планируют высадить еще более 11 тысяч. Специалисты Брестского жилищно-коммунального хозяйства обращаются к горожанам с предложением поддержать экологическую акцию и принять активное участие в поливе деревьев для того, чтобы сохранить красоту и чистоту города.